Я, в принципе, прихожу, забираю то, что пооставалось. На тот момент, ну, здесь никто не находился. Не первый раз уже прилетало сюда. Мы уже стекла два раза вставляли. Вот. А третий раз уже, получается, прилетело. Нет, я в квартире не был, но буквально после прилета, минут через 15, ну, 10-15 минут, я уже здесь был. Уже здесь был, потому что я как бы знаю, где находятся люди, в каких квартирах. Схватил ломик, ну, соответственно, побежал спасать людей, которые были заперты в своих квартирах, которые не имели возможности выйти. Спустились сюда вниз, слава богу, приехала еще бригада спасателей. Они, я им помог вот напротив срезать двери, достали там еще, ну как достали, освободили выход, скажем так, для женщины. Она находилась в момент прилета дома. После этого я побежал опять на третий этаж, потому что когда выбивали двери на третьем этаже у соседей, моих знакомых, я слышал голоса, что людей, которых завалило, то есть кто-то еще был жив. Я стоял напротив подъезда, минут через 10 все осыпалось с третьего этажа, осыпалось вот сюда мне в квартиру, в подвал. Ну вот так вот я, допустим, спускаюсь. Так и попадаю, соответственно, в одну спальню, в которой уцелело два шкафчика. Вот так и передвигаюсь по остаткам квартиры. Здесь проживала до того, как мы отправили мать в Германию. Моя сестра, ей 15 лет, ну и, соответственно, мать, отчим, ну, это хозяин квартиры. Тут происходила жесть, я даже не знаю, я слов не подберу, не то, что на тот момент, как бы я... чувствовал. Я не знаю, я ничего не чувствовал, ничего не думал. Я только лишь думал о том, что есть люди в доме еще, которые были замкнуты в квартире, не имели возможности покинуть аварийное здание. Ну вот уже как бы четвертый день я сюда прихожу. Ну, в течение дня стараюсь как бы поменьше сюда приходить, потому что воспоминания и вообще картинка это не из лучших. То есть даже если видя ее на экране, этого не передашь, находясь здесь. Как раз того парня, который отца вынесла с квартиры, выбросила с пятого этажа. А, ну их так вот, чтобы вы понимали, всех хоронили в закрытых гробах. Это вот этот парень. Он вот с отцом они. Кстати, в этой квартире, где была у них на пятом этаже. Мы с ним, ну, с детства дружили, гуляли вместе. И в футбол здесь на школьном поле бегали. Ну, вот как бы вот это все, что осталось от кухни. Была плита, ну, соответственно, мы там кое-что позабирали, свою технику. По поводу вечка дуания,
Ну, опять же таки, я не задавался этой целью. Да, все процедуры, все там соответствующие акты, это все там заполняется, подается, само собой. Вот, понятное дело, что это не сейчас, не в ближайшее время будет.